Сегодня состоялось рабочее совещание областного бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова с общественными помощниками. 26 экспертов бизнес-сообщества со всей Ярославской области подводили итоги работы, организованных ими приемных, делились достижениями, обсуждали острые вопросы. Одно обращение в марте и уже 62 в августе. Помощники уполномоченного активно включились в работу. Было произведено широкомасштабное исследование бизнес-пространства области. По результатам этой работы в регионе уже приняты серьезные меры по улучшению предпринимательского климата, сформулированные рекомендации для органов власти. Обращаемся и в опору России, и в другие общественные институты с предложением давать некие экспертные заключения и совместно с нами решать проблемы. То есть мы не замыкаемся на аппарате уполномоченного, и это было бы неправильно. Мы считаем, что в аппарате уполномоченного должно примерно 20-30% сами вот заявления рассматриваться, а вся общественная деятельность она должна вести на других площадках. Эксперты помогают отстаивать позицию омбудсмена в промышленной палате и на федеральных площадках. Из последних – постановление о лицензировании управляющих компаний. К этому новшеству было много вопросов. Ярославские эксперты за 4 месяца добились изменения большинства спорных моментов. В первой редакции закона было предложение лицензировать и товарищество собственников жилья, что на наш взгляд казалось неправильным. В настоящее время это из закона убрано и будет лицензироваться предпринимательская деятельность только управляющих компаний. Сегодня стало известно, что уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов дал распоряжение использовать опыт исследования проблем бизнеса в Ярославской области во всех регионах страны. Евгений Журавлев, Денис Лосев. День в событиях.